Студенты Высшего колледжа культуры имени Акана Фере инсценировали трагикомедию «Дуние». Творческий коллектив из 15 человек в течение 2 месяцев готовил спектакль для представления зрителям. Посмотреть постановку пришли театральные критики и студенты колледжей. Спектакли раскрываются образы различных моделей поведения в обществе. Поднималась роль денег и богатства в жизни человека. Для людей разного ранга характерно упорство и отношение к жизни. Также показано, какие уловки они используют, дабы достичь своего статуса. Произведение профессионально исполнено студентами. Казалось, что именно молодежь, воплощающая в себе негативные качества человека, придала спектаклю особый оттенок. Роль, которую я играю в спектакле, это по сути любой человек. Любой может посмотреть на мой образ и сказать, что это я. Не могу сказать, что мне нравится персонаж, которого я играю, ведь в нем есть образы страсти к деньгам, высокомерие. Художественный руководитель спектакля – студент Ожас Комис. Творческий коллектив состоит из его сокурсников. Они не только играют роль в постановках, но и овладевают организаторским, режиссерским, актерским мастерством и сценическим языком. Основная цель постановки этого спектакля – оставить зрителю определенную мысль. Театр – это прежде всего язык воспитания, театр – это зеркало жизни. Руководство колледжа направляет на фестивали, которые проходят в других городах, а также поддерживает нас. Это не первый спектакль в репертуаре студенческого художественного коллектива. С начала года на суд зрителям представлено 7 спектаклей, такие как «Аллея любви», «Алаш», «Что для тебя любовь», «Мой отец», «Вчера», «Сегодня», «Завтра». Василий Павлидия, Аида Хамитова, Алишер Шакубаев, Кокщи Акпарат.